есть такой элемент, как показательная святость. Люди, проходя или проезжая мимо храмов, крестятся в автомобиле, очень видно. Стоит ли это делать, правильно это или нет? Ну, если человек едет один в автомобиле, кому он показывает? Никому. Это его желание перекреститься на храм. Это благочестивое желание. И это люди не святые. Это можно назвать их благочестивыми в какой-то степени. Потому что, конечно же, есть такое правило, когда ты мимо храма проходишь или проезжаешь, поклониться, перекреститься, поклониться храму Божию, показать свою любовь и благоговение пред этим Домом Божиим. В этом плохого ничего нет, и раньше люди даже не задумывались об этом. Это сейчас, это как-то вот дико, да, после советских времен гонений на церковь. Все это для вот этих новых поколений, выросших вне православных традиций, оно это как-то неудобно и непонятно, и не совсем, так сказать, как-то комфортно себя чувствует. А раньше это было естественное желание, естественные привычки, с детства заложенные. И к этому надо возвращаться. В этом нет святости, в этом есть благочестие.